Здравствуйте, меня зовут Анна Костылева, диджитал-агентство BeFree24. Твой бизнес – твоя свобода. В этом небольшом видео мы с вами поговорим об актуальности мессенджеров для коучей, инфобизнесменов и MLM-предпринимателей. Итак, если вы уже не первый год в инфобизнесе, вообще в интернет-бизнесе, то вы сами прекрасно видите, что технологии постоянно меняются, и то, что работало вчера, не совсем хорошо работает именно сегодня. Так, на сегодняшний день платная реклама становится с каждым днем все дороже и дороже, и мы все больше и больше бюджет в нее сливаем, а результат либо получаем тот же, либо намного меньше, чем ожидаем. Вы также можете заметить, что при раскрутке своих социальных сетей наши аккаунты начинают банить и подозревать нас в спам-деятельности. А также, кто до сих пор пользуется e-mail-рассылками, то вы видите, что открываемость писем с каждым днем все падает и падает, и можно сказать, что практически e-mail-рассылка на данный момент уже практически, так сказать, ее век практически сейчас прошел. Но если так подумать, то, в принципе, это нормально. Все течет, все меняется. И когда в конце 2000-х годов инфобизнес только завоевывал русскоязычное пространство, на наших столах стояли большие компьютеры с проводными мышками, и в это время правил e-mail-маркетинг. На смену нашим большим компьютерам пришли ноутбуки, начали появляться планшеты. И в это время появилась эра социальных сетей, и все кинулись собирать себе многомиллионные группы, и до сих пор в этих многомиллионных группах реклама с помощью одного поста может стоить и 3, 4, 5, и 10 тысяч, в зависимости от тематики группы. Но давайте посмотрим, что происходит на данный момент. Мы идем по улице, сидим в кафе, общаемся с друзьями, едем в общественном транспорте, и у нас всегда в руках есть один и тот же предмет. Да, это наш мобильный телефон, смартфон, гаджет, называть можно по-разному. Но именно этот предмет мы не выпускаем из рук. Мы постоянно получаем там какие-то пуш-уведомления, которые нам напоминают о чем-нибудь. О том, что нам пришло сообщение в ВКонтакте, о том, что кто-то нас добавил на Фейсбуке, то, что мама звонила по Вайберу. То есть мы с нашим гаджетом практически живем, мы ходим везде с ним. Если мы совсем недавно еще пересылали друг другу платные смс-ки, то есть писали смс-сообщения, то зачем, если на данный момент есть мессенджеры, в которых можно отправлять те же, так сказать, сообщения, те же смс-ки, только уже не оплачивая каждую смс-ку отдельно, а платя только за мобильный трафик. И сегодня именно тот самый момент, когда вы можете оказаться именно в начале той эры, в начале эры мессенджеров, и можете успеть набрать себе многотысячную толпу фанатов, которые будут каждый день открывать ваши мессенджеры, и читать их и, естественно, покупать ваши продукты. И в следующем видео я расскажу вам три способа продаж через мессенджеры для инфобизнесменов, коучей и MLM-предпринимателей. Мы встретимся с вами уже в следующем видео. До встречи!